Ассаламу алейкум, урмату спорт сүйүүчүлөр, урмату эрежеси Эртай Маштын куярмандары. Сиздерге бүгүн көптөн күткөн Эртай Маш Файтинг Чемпионшип Суза кезектеги 23-чү турнирин сиздерге биз сыймыктануу менен бүгүнкү официалдуу түрдө таразага тартуу жана бетме-бет тирешүү аземин сиздерге тартуулачубуз, урматтуу достор. Итак, дорогие дамы и господа, уважаемые поклонники смешанных единоборств, Лига Эртай Маш Файтинг Чемпионшип. Вашему вниманию с гордостью представляет долгожданный турнир по весе Эртай Маш Файтинг Чемпионшип 23-й по очереди. Дорогие друзья, к вашему вниманию представляем в этом замечательном кафе-отдыхе «Гузар». Дорогие друзья, выражаем огромную благодарность нашим партнерам. А дорогие друзья, к вашему вниманию мы представляем бойцов. Наши бойцы готовы и заряжены. Дорогие друзья, мы начинаем долгожданное взвешивание и стердаун. Дорогие друзья, а мы приглашаем нашего почетного гостя сегодняшнего турнира Нуралиева Таласбека. Дорогие друзья, под вашей бурной овацией. Дорогие друзья, к вашему вниманию мы приглашаем бойцов весовой категории 51 килограмм. Завтра наши ребята будут сражаться по версии кикбокс весовой категории 51 килограмм. Промежуточный бой, первый бой по счету. Встречайте бойца из Кыргызстана, представляющий Кыргызстан Узген. Встречайте бойца Мухамбет Хатыла. Боец весит 51 килограммов ровно. А данному бойцу будет третий бойца Ислам Зухридинов. Весовой категории 57 килограмм. Встречайте бойца Омурбек Досматов. Боец весит 57 килограммов ровно. Норма. А данному бойцу будет противостоять бойца Майрам Бекбол Баяман. Идем дальше. Приглашаем бойцов весовой категории 57 килограммов. Добро пожаловать, боец из Узбекистана, представляющий спортивный клуб «Белый Беркут». Встречайте бойца Хасан Махмудов. Итак, дорогие друзья, данному бойцу будет противостоять наш боец из Кыргызстана, представляющий Сузак. Встречайте бойца Азизбек Азима. Thank you.
Бушкелер, Гумль Буркоинздар, Таразага, Шутурбанда, Сречу, Татула, Начайн, Шпетурмуздар. Джакса, позиция, это было. Мы, дорогие друзья, мы приглашаем бойцов весовой категории 66 килограмма. Встречайте бойца, представляющий спортивный клуб Golden Suzak Саян Манапа. Дорогие друзья, данному бойцу будет противостоять боец весовой категории 66 килограммов, представляющий спортивный клуб Альмунар Городош. Встречайте бойца Абдыхалыку Оксама. Весовой категории 77 килограммов, представляющий спортивный клуб Икашев Тим. Встречайте бойца Олпек Икашев. Будет противостоять боец из Таджикистана, представляющий Душанбе. Встречайте бойца Бахтавар Гадаев. Сегодняшнего турнира. Встречайте заслуженного тренера Кыргызской Республики по кикбоксингу Батыр Кадыров. Дорогие друзья, а мы приглашаем бойцов весовой категории 93 плюс килограммов. Встречайте бойца из Андижана, Узбекистан, Розибек Мамата. Норма. А мы приглашаем его оппонента, представляющий спортивный клуб M-Fighter, город Джалабад. Встречайте бойца Эркин Досмурата. Встречайте бойца из Узбекистана, Анвар Абу Абдул-Кахар. Мы приглашаем его оппонента, представляющий Кыргызстан, город Ош, спортивный клуб Айкольмана. Встречайте бойца Адилет Радзыба. Музыка.
заслуженного тренера Кыргызской Республики по ММА Чингиз Баиза. Дорогие друзья, мы приглашаем бойцов весовой категории 66 килограммов. Встречайте бойца из Узбекистана, представляющего Фергана спортивный клуб Big Team. Встречайте! Ислам Джороев! Идем дальше. Приглашаем его оппонента, весовой категории 66 килограммов, бойца по прозвищу Даймонд Абубакер Тотомуше. Следующего нашего почетного гостя Хусанбай Мавлянов. Бойцов весовой категории 66 килограмма. Встречайте бойца из Узбекистана Машрабджон Махмуджанов. Приглашаем его оппонента, весовой категории 66 килограммов, боец, представляющий Кыргызстан, Джалатмат спортивный клуб «Лига». Встречайте бойца Алимбекулу Адиле. Саминов. Следующих бойцов. Встречайте бойца из Узбекистана Фахридин Мирза Амиров. Друзья, мы приглашаем его оппонента. Весовой категории 61 килограммов. Боец представляет Кыргызстан. Спортивный клуб «Мотиватор» Хусанбай Сайфидинов. Приглашаем бойцов весовой категории 61 килограмма. Встречайте бойца из Узбекистана Муслим Хамидов. Музыка.
И данному бойцу будет противостоять его оппонент, представляешь, город Базат Хорван, спортивный клуб Алим. Респект Камытам! Представитель Узбекистана, тренер Каграма. Встречайте бойца из Узбекистана Шахрок Шаньяза. Данному бойцу будет противостоять его аренда из Кыргызстана, представляющий спортивный клуб Альмунар, город Ош, Марсель Маманов. Весовой категории 57 килограммов. Встречайте бойца спортивного клуба «Ахмат» Узбекистан, Надыр Шухратов. Данному бойцу будет противостоять боец из Кыргызстана, представляющий спортивный клуб «Мотиватор» Сузакский район. Встречайте бойца Рошанбек Алимкула. Иржан Турсунбаев, тренер спортивного клуба «Мотиватор». И, дорогие друзья, мы приглашаем бойца из Узбекистана, весовой категории 66 килограмма, Абдукадыр Хуршидов. И данному бойцу будет противостоять наш боец из Кыргызстана, представляешь, город Бишкек, Бекболот Абдиманапов. Узбекистан, Ташкент, встречайте бойца Данияр Мадиев. Дорогие друзья, мы приглашаем его оппонента, боец, представляет Кыргызстан, спортивный клуб «Альфа Профи». Встречайте бойца Марат Эсенбека.
весовой категории 66 килограммов. Встречайте бойца из Узбекистана, Аслинин Арипджанов. Данному бойцу будет противостоять боец из города Базар-Курман, Кыргызстан. Встречайте бойца, Жолдызбек Маликов. Из Узбекистана представляет город Ташкент Самандар Курбаналиев. Дорогие друзья, данному бойцу будет противостоять боец спортивного клуба Лига Кыргызстан Аксы Кыдыралы Улу Мирбек. Идем дальше. Приглашаем бойцов весовой категории 71 килограмма. Встречайте бойца из Узбекистана, представляет город Андижан. Итак, дорогие друзья, мы приглашаем его оппонента. Весовой категории 71 килограмма. Встречайте бойца по прозвищу Ахшонкар Шагербек Джалила. Таймаш файтинг чемпионшип боевого президента Микин Абрариев. А мы идем дальше. Приглашаем бойцов весовой категории 61 килограмма. Встречайте бойца весовой категории 61 килограмма. Представляется Узбекистан, Ташкент, Садыкжан Каримов. А мы приглашаем его оппонента, представляющий спортивный клуб «Мотиватор» Сузак Абдурахман Юсупа. We'll be right back.
И данный момент будет противостоять наш боец из Кыргызстана Сузак Мотиватор Йоркинбек Сираджидина. Из Узбекистана, представляющий спортивный клуб «Ахмат». Эти бойца Расулджан Кахара. Дорогие друзья, остановитесь! Танкинки задавал, дурак, танкинки. Дорогие друзья, завтра вы станете свидетелями самого бескомпромиссного боя. Таджикский горилла и ферганский тигр. Поддержим бойцов. Шола Аманбая. Итак, дорогие друзья, встречайте бойца из Узбекистана Азизбек Султана. Итак, дорогие друзья, данному бойцу будет предоставить бойца спортивного клуба Альмулар, город Ош, Баястан, Абдил Ашима. Мы приглашаем его оппонента. Боец представляет спортивный клуб «Легион», представляет Кыргызстан Сузак Адыл Атахана. Вечера. Встречайте бойцов из Узбекистана Амир Халмуминов. Вечера будет противостоять его оппонент весом категории 66 килограммов. Представляет спортивный клуб «Мотиватор» Сузак. Встречайте Бахтыбекова Нуриста. Thank you.
мы приглашаем бойца, весовой категории 77 килограммов, представляющий спортивный клуб М-файтер город Джалабад. Встречайте бойца Назарбаеву Орозали. Дорогие друзья, в плавном бою вечера данному бойцу будет противостоять боец весовой категории 71 килограмм, представляющий Узбекистан Ташкент, Исламджан Муратбаев.